Иногда я могу появляться вот так, пацаны. Привет. Каждый человек задумывался о мире, о каких-то глобальных проблемах, потому что на подсознании мы все это помним, но, к сожалению, с возрастом забываем. Сейчас хочу оторвать часть своей души. Просто посмотрите все фильмы с Хейли Джоэл Осмонтом, вы меня поймете. Давайте быть честными. Мы все друг к другу хреново относимся. Есть такое движение, как «Плати вперед». Плати вперед. Пытаюсь объяснить. Например, берется один человек. Например, беретесь вы. И вы обязаны помочь трем людям с какой-то проблемой, которую они не могут решить самостоятельно. И этот человек, которому вы помогли, поможет таким же трем людям. То есть это уже 9 человек. И эта цепочка должна продолжаться. И ведь действительно, если вам помогли в какой-то хреновой ситуации, каким вы хреновым человеком вы ни были, вы все равно будете это вспоминать. И все равно будете двигать это вперед. Ведь кто-то и жизни может спасать. Это дохрена стоит. Хорошо, с нашим менталитетом это будет довольно сложно. Но почему бы не попробовать? Может, у тебя есть какая-нибудь идея? Плата вперед распространяется. И теперь я думаю, то, что мир не такое уж дерьмо. Но это нелегко признать тем, кто привык к тому, что есть. Они не хотят ничего менять. Они поднимают лапки. И тогда они проигрывают. Окажетесь ли вы таким человеком? Поднимете ли вы лапки? Нет, мои печены так не сделают. Теперь я думаю, что мир не такой уж дерьмо. Но это нелегко признать тем, кто привык к тому, что есть. Они не хотят ничего менять. Они поднимают лапки. И тогда они проигрывают.